От тем криминальных к теме коммунальной. К сожалению, они часто пересекаются. Не ошибемся, если назовем жильцов дома 45 на улице Юбилейная потерпевшими. А терпят они ужасные зловония из подвала. Опасная плесень, едкий запах канализационных стоков, блохи, мошкара и прочие кровососущие насекомые – все это сегодняшняя реальность жильцов многоквартирки. На протяжении 2 месяцев им приходится заливать белизной все первые этажи дома, в том числе и свои квартиры. Это идет с подъезда, все. Это подъездная стена. Это все идет с подъезда. Вот сейчас я лично при вас убрала обои. Кто должен платить за полученный ущерб жильцам? Какой итог ждет эту историю и бездействуют ли коммунальщики? Подробное раскрытие наболевшей темы смотрите в ближайших выпусках наших новостей.